зрители канала «Проект Антон Деркач». Затянувшаяся осень 2013 года сделала Новый год удивительным и необыкновенным для Санкт-Петербурга. Сейчас на улице плюсовая температура и, как видите, зеленая трава. Но есть и что-то неизменное, поэтому, следуя доброй традиции, я подведу итоги уходящему 2013 году. За этот год я опубликовал несколько десятков видеороликов, в которых делился с вами своими реализациями, инсайтами и усвоенными знаниями. И я рад, если вы нашли в этих видео что-то новое и полезное для себя. Также я прочел множество новых книг, в том числе по психологии, философии и религии. Наконец-то полностью прочел Библию, о чем давно мечтал. Посетил тренинг по ораторскому мастерству и бизнес-семинар. И успешно продвинулся на еще один год в высшем медицинском образовании. Постепенно осознавая полученные знания, я буду делиться ими с вами в новых видео. Я хочу выразить особую благодарность тем, кто поддерживает меня и верит в мой успех. Это помогает мне постоянно расти и развиваться во всех направлениях. Думаю, и в новом 2014 году мне будет о чем рассказать вам. Поэтому подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе. Ставьте лайки и пишите в комментариях, о чем вы хотели бы услышать в новых видео выпусках. С вами на связи из Санкт-Петербурга был Антон Деркач. Я желаю вам счастья!